Всем привет! Сегодня решил покататься, потому что у нас выходной день, неделя прошла. У нас воскресенье сегодня, 11 октября. Я решил поехать небольшой кружок. Я поставлю карту, как я поеду. Я уже сейчас выехал и еду в сторону Черноморска. Вот уже доехал Александриевка. Заезжаю. Значит, еще немножко, сейчас доезжаю до моста, где поворот на Черноморск. А я еду прямо, получается. Все, я проехал уже мост. Сейчас я увеличу. Вот мост вот этот, который... Если ехать вправо, то я еду на Черноморск. А я ехал вот прямо оттуда, с подмоста. А вот, вот эта дорога, где вот сейчас вот машина едет, это мы ехали велосотку уже, получается, в сторону города, на 411 батарею обратно. Так, ребят, я уже почти доезжаю, вот поворот, называется Цветной бульвар, улица, туда вот влево, а я еду прямо, получается. Вот такие у нас новостройки здесь новые, где Черноморск. Церковь там. Какое-то предприятие, заводик. Это трасса у нас здесь такая вот. Так, ребята, я сейчас еду по этой трассе, как мы ехали в велосоточку. Тут дорога вообще шикарная, класс, новая, закатанная. Здесь у нас виноградники. Вот так вот дорога туда идет. Ну все, сейчас продолжаю ехать дальше. Сейчас у меня впереди будет моя первая локация. Домик у моря, там как для отдыха семейный. Хочу туда заехать, посмотреть. Так, я вот доехал до поселка Приморский, называется домик у моря, типа отель или что, ну, сдается, наверное. И вот здесь вот такие вот красивые виды, интересные. Такие разные горочки, песчаные. Высота здесь, конечно, ого-го. Очень высоко. Вот все море видно. Получается, я еду сейчас вдоль моря. Вот там вдалеке Черноморск. Я его проехал.
А я еду, получается, вот сейчас вот дальше, в эту сторону. Я приехал в поселок Санжейка. Тут, получается, есть маяк. Я вот сейчас его вижу. Я сейчас вам его засниму поближе. И здесь, получается, опять же, вдоль моря такой обрыв песчаный. И внизу люди сидят, отдыхают возле моря. Там, получается, внизу пляж. И я вот сейчас подъехал. Тут тоже красиво очень. Сейчас поснимаю. Так, вот там вот вдалеке маяк. Я потом поближе подъеду и его засниму. Вот здесь вот такие домики построили для сдачи. Вот там вот люди живут. Там частные дома такие вот красивые, деревянные. А вот здесь, получается, у нас море. Вот так вот берег идет. Высота тоже очень высокая, прилично. На край не буду сильно становиться, опасно. Вот там вот люди вот в палатках гуляют, сидят, отдыхают. Сегодня воскресенье. Люди вышли на природу подышать свежим воздухом морским. Так. Вот такая вот пляжная секция у нас. Пляж такой большой, длинный. Люди вот сидят там. Короче, ребята, я в Санжейке, в поселке был, там снимал маяк, все. Потом еду обратно, возвращаюсь. У меня что-то вилка раз, что-то стукнуло, как-то такой шум был внутри. Я думаю, тю, что за такое, что такое с ней?
Короче, нажимаю, она вообще проседает полностью почти. Ну, как бы работает, она держит давление, но она что-то сильно прожимает. И у нее какой-то щелчок идет, получается. Я не знаю теперь, что делать. И я, короче, постоял, подумал, яблоко перекусил, отдохнул пару минут. Наверное, буду ехать обратно, нету смысла ехать вперед, потому что неизвестно, что будет вообще дальше с этой вилкой. И я решил ехать обратно. Вот обратно еду по этой же трассе в сторону Черноморска. Короче, возвращаюсь потихоньку. Нету смысла вообще ехать дальше с такой вилкой. Вот сейчас попробую показать, может, шум будет слышен или нет. Вот, слышали? Какой-то шум, вот непонятно. Или давление пропало в ней, или что, не могу понять. Ну, короче, с нерабочей вилкой нету смысла вообще ехать. Буду ехать обратно. Ладно, заканчиваю я сегодня свой велодень, велопрогулку, покатушку. Заканчиваю я на сегодня свою велопокатушку. Еду домой. Все, спасибо всем за внимание, кто смотрел видео. Ставим лайки. Всем пока.